Всем привет, мы продолжаем играть. Напоминаю, что играем в офигенный ПК Три восьмерки Stars, ссылка на нее находится в закрепленном комментарии. Также не забываем подписываться. И в описании есть ссылка на телеграм-канал, обязательно переходите. В общем-то у нас 13 тысяч на счету, давайте по 1000 начнем с Одиссея. Так. Ну, пока тут у нас не очень начало. Ну, тут возврат точно есть. Так, 4 зеленых. Интересно. Ну да, больше ничего нету. 5 розовых. Тоже не повезло. Блин, что-то DC много минусует. Так. Давай хотя бы полтора. Нифига, x1. Тоже не везет. Так, единичка есть. 4 зеленых. Блин, как бы еще зелень собрать? Есть. Есть зеленочка. Наконец-то, блин. Так, ну смотри-ка, x7 мы уже наскребли. x8 даже. 8,5. Так, ну, в принципе, мы даже в плюсе. Мы даже, блин, в плюсе. Спасибо Одиссею. Счет немного тупит. Так, давай 1000 сюда. Фрутбласт. Да, 15 тысяч у нас на балансе. Так, ну сейчас, походу, будет меньше, хотя... Нет, возврат есть. Так, тут у нас... Что-нибудь интересное? Нет, минус. Не повезло опять. Да блин. 6 клубники, да? Так, ну, фрутбласт, чё ж ты как минусуешь-то, а? Давай что-нибудь нормальное. Угу, 1,2. Ну, как-то грустно, грустно. То, что здесь минуса нулем. Может, лимоны? Давай лимоны, а? Дай лимончики, пожалуйста. Нифига не дает. О, неужели x3? Что, серьезно, не соберем? Да ну. Капец. Нифига это не x3 был. Не хватило. Да, печально. Так, может тут что нет? Ну, это 1,2. Фигня, не коэффициент. Угу, снова 0,2. Блин, ну что-то как-то очень долго нет заноса. Давай лимон. Собака. 1,2, да? Ладно, давай рискнем по 2000. Должен быть уже занос в ближайшее время, но что-то он как-то не хочет падать. Давай сделаем так. 4 клубники. Угу, понятно. 0,2. Прекрасно. Походу, сейчас все минусанем. Блин, ну фрутбласт, ну ты чё? Никогда ж не было такого. Такой ерунды. Так, 1,2. Ну давай, давай виноград хотя бы. Да неужели? Ну неужели x3? Блин, 12500. Мда. В общем-то, сколько играли, играли. Вышли в ноль. Ладно, давайте тогда закончим. Передохнем немножко. В следующем ролике продолжим играть. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.